Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами Тутанбаут, а мы продолжаем играть в Subnautica Below Zero. Последний раз я ее запускал в июле, но сейчас вот вышло много обновлений, вот последняя сборка ноября 2019 года, поэтому мы сейчас посмотрим, что же нового в Subnautica добавили. Вот отсюда, кстати, что у нас там интересно даже стало. Сейчас посмотрим, что у нас там. Короче, да, обновили Subnautica, и можно, в принципе, продолжить играть. Вот у нас новое управление, специальное отключение карты, и даже ее включение, вон, фонарь включить, выключить. Так, а что у нас тут? Добыли уже? Вот я просто увидел издали, нифига себе, это что такое? Вот тут какой-то у нас провод с электричеством идет, да? А тут снаружи у нас что? Так, снаружи наши эти пингвины. Так, и что? Интересно. Сейчас посмотрим, что у нас тут. О, питательный бал, батончик, потом сигнальная ракета. Ну, в принципе, пригодится. Так, еще один строитель. А зачем мне столько строителей? Ответьте мне на вопрос. Не, вот уже есть строитель. Так, давай-ка попей и съешь этот батончик. Ладно, посмотрели мы, что тут. Смотри, в чем заключается наша миссия. Вон там у нас упал сигнал, ну это, там у нас сигнал упавшего корабля в ледниковом бассейне. Я уже до этого записывал, но запись получилась не слишком хорошей, потому что были фризы. Прям очень много, и сейчас вроде стало поменьше. Не знаю, с чем это связано. Так, и вон там вот у нас... короче, был еще сигнал об вот этом вот моем строительном аппарате. Я его уже взял. Ну и мы сейчас будем с тобой, короче, строить базу, и нам нужна модификационная станция, потому что где тот сигнал очень глубоко и мореход не выдерживает такой глубины, поэтому сейчас будем заниматься строительством базы. Сейчас посмотрим, что мы имеем. Давай. А, соленая еда какая-то новая. Так. Не, нам это ничего не надо. Нам надо вот открыть хранилище. В хранилище у нас ничего такого нет. Давай минералоискатель переместим. Зачем эти строители, хрен знает. Давай выкинем. Давай в натуре выкинем. Просто зачем мне эти строители? Так, сигнальная ракета, это ладно. На ресурсы у меня какие-то есть. Ионный куб у меня есть. Точно надо ионный куб положить. Давай положим его на место. Алан, как ты поживаешь? Ты не поймешь, мы слишком разные. Мы разные, но разве мы сейчас не смотрим одними и тем же глазами? Разве ты не видишь те же цвета? Нет. Что ты видишь? Глаза, радио, датчики, они лишь обнаруживают вибрации.
То, что вы называете пятью чувствами, я называю одним. Ни поверхностей, ни цветов, ни размытия движения. Лишь точки, колеблющиеся между небытием и бесконечностью. Это круто? Ты не поняла? Я испытываю существование. Даже не могу сказать, звучит дико, но также холодно. Весьма точно, но размыто. И лишь из того, что ты слышишь, я также могу почувствовать на вкус воздух или услышать форму помещения. Это завораживает. Похоже, мы получаем одинаковые ощущения, просто разными путями. А ведь мы родились в разных галактиках. Разве не удивительно? Нет, если это не так, это вопрос статической неизбежности, можно так сказать. Так, не успеваю я что-то иногда читать, давно не читал так. Так, что у меня? Вот у меня есть нож, да? А зачем мне еще один нож? Что-то странное с этими... А, нет, это мой нож, стой. Куда? Так, куда упал мой нож? Ну-ка. Вот это вот, конечно, не задача. Зачем я выкинул свой нож? Запас жидкости пополнил, успокойся, тут вообще, я тут нож выкинул. Блин, нож, это же святое. Не, вот эти вот строители, вижу, а нож где? Так, ладно, из чего у нас нож делается? Силиконовая резина, да? Ну ладно, что уж там сделаем. Почему бы и нет? Его потерял. Так, ладно, нам нужно сейчас. Фига себе, там что-то они сделали. Что-то под водой такая дичь сразу образовалась. Офигеть, так красиво. Ладно, что же нам мореход батареи не тратить? О, отлично. А то будет сейчас батареи тратить. Так, нам надо собрать много титана. Мы этим сейчас и займемся. Давай пособираем титан. Кстати, насчет Арк Генезис. Я его скоро приобрету. И в январе, как он только выйдет, я постараюсь его снять. Что-то фризы такие мне прям не нравятся. И это, кстати, зависит не от качества моей графики. Почему-то я убавлял графику, да. До средних даже все равно почему-то начинаются такие... Такая фигня начинается. Так, давай кварц тоже тогда возьмем. Так, что у нас по инвентарю? Надо побольше титана. Нет, откуда тут этот-то взялся? Свинец.
Фиг знает. О! Так, ну-ка, давай-ка вот эту поймаем, где она была-то. Рыбёх-то. А, вот. Рыба-пузырь. Вон еще рыба-пузырь, вообще неплохо. Так, ладно, давай посмотрим, что мы пока набросать можем. Предлагаю вот в этой расщелине сделать. Ой, кислород кончился. Подышим немного. На улице у нас тут, конечно, дичь. Так, для фундамента нужен еще и свинец. Охренеть. Ну ладно. Что у меня по хранилищу? А, ну да, и свинца нет. Все, я понял. Я все понял, надо плыть в мореходе и искать свинец. Он где-то в той стороне, что ли, был. Поищем свинец. Странные, конечно, звуки. Вон этот карл, не знаю. Наверное, не будем брать. Надо поглубже сплавать и... А, ладно, 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 все понял. Поглубже мы не умеем. Ты что так кусаешься? А с каких пор они нападают на корабль? У меня будет такой нескромный вопрос. Хорош нападать. Сейчас вылезу, да починю, блин. Чё, давно такого не было, что прям на корабль нападали. Так. Были обновления, а значит, свинец я сейчас где-то вот тут найду. Потому что ресурсы возобновились. Можно и поискать. Кораллы вон добавили эти, которые добыть можно. Так, а это что такое? Это не прогрузка, что ли? Ой-ой-ой, тихо-тихо, не надо так. Не надо так резко. А, у меня еще вода кончилась, замечательно. Ничем восполнить ее не могу. Давай хотя бы тут сейчас посмотрим, что есть. По-быстрому. Титан. Так зачем мне титан? А там что такое?
О, вижу. Вот тут, наверное, добыть можно. Серебряная руда. Ой-ой-ой. Не надо мне тут никаких рыб, этих обезьян. О, нашел. Уже хорошо, сейчас поплывем по-быстрому на базу. Все, инвентарь полон. Так, одну сигнальную ракету выброшу и посмотрю, что в песчанике. О, золото, нормально. Почему-то его по-другому даже назвали, даже странно. Так, давай. Так, фонари отключили, плывем обратно к нам на базу, сейчас будем делать фундамент. Вообще, цель сегодняшней серии, это сделать базу уже с модификационной станцией и не париться в будущем. Потому что теперь у нас будет хотя бы где улучшать наш мореход. Ну и как-то так. Красиво, конечно. Много всего, так сказать. Так, мы почти доплыли. Это уже идеально. FPS прям что-то скачет после обновления. Вот мне что-то какое-то профризивание, что ли, пошло. Мне это не нравится. Так. Ну что, приплыли. Сделаем нам попить, а то сейчас помрет уже. Вот тут вот у меня целых почти 40 FPS, там что-то опустилось до 20-ки и еще с профризом. Странно, не знаю почему так обновилось, что-то не в лучшую сторону. Так, отлично, попили. Давай попробуем построить. Пожалуй, начну вот тут вот это делать. Так, ну в принципе неплохо. Вот тут это сделать. Все, понял. Так, это есть. Потом. Надо сделать это. Что-то прям это... Не нравятся мне вот эти вот фрезы, если честно. Но играть мы продолжаем. Так, есть комната. В комнате надо вход. А на вход уже не хватает титана. Это что такое? Фиг знает, что это такое. Так, вот. Руда. Титан, ну-ка подыши. Он перед меня, то у нас тут все дела.
Весело и обалденно. Так, сколько титана? Два. Надо еще титана. Побольше. Так, это я забрал. А какой там вход-то хотел? Вот можно сделать прямой отсек. Так, надо еще надо взять титаны. Где он тут? А, вот вижу. Отлично, это мы тоже забрали. Так, ну, в принципе, думаю, сейчас хватит. Надо это еще подышать кислородом. О, отошло. Что-то там профризил жестко. Так, давай. Прямой отсек, значит, ставим. А как мне повернуть? О. Неплохо. Так, и теперь мы еще... Хорош, не надо. Теперь мы добавляем еще люк. Что-то красивая база получается, да. По-другому выглядит, не как в первой сабнафтике. Так, надо еще один кварц и два титана. Плаваем мы еще сейчас.
Так, медная руда. Ага, вот еще титан. Блин, это не титан. Почему? Дайте титана уж, чего вы? Как жмотно. А вот титан. Все отлично. Это я забрал. Так. Сейчас посмотрим, есть у нас там кварц или его нет. Вот в чем вопрос. И да, кварца нет, он весь переделан в стекло. Сейчас поплаваем, поищем кварц. А вот, ничего его искать. Давай сразу так возьмем. Так, все, отлично. Сейчас сделаем еще эту установочку для питания базы. А почему ее не видно? А стоп, зачем сюда? Давай тогда на этот, на отсек. Вот сюда. О, вот так вот поправдоподобнее будет. И точно заработает. О, теперь есть тут энергоснабжение. Отлично, у нас есть база. Сколько стоит модификационная станция? Ну, в принципе, нормально так сделаем. Ладно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. В следующей серии мы будем делать тут модификационную станцию и все прочее. Ну что ж, дорогие друзья, всем удачи и всем до скорых встреч. Всем пока. Надеюсь, у нас в следующей серии все получится и будет меньше фризов, потому что что-то Subnautica начала фризить, мне это прям не нравится после последних обновлений. Именно это ее версия Beo Zero. Ладно, всем удачи и всем пока.